И услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили: Яков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство сие. И увидел Яков в лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Яков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего. И сказал им: я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманул меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы и овны, поднявшиеся на скот, на косы овец пестрые, с крапинными пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Яков, я сказал, вот я. Он сказал: возведи очи твои, посмотри, все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на косы овец, пестрые с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся к тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобой. Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля, наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает, ибо он предал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе. И встал Яков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел скот, собственный его, который он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Яков же похитил сердце Лавана, арамеянина, потому что не известил его, что удаляется.
и ушел со всем, что у него было. И встав, перешел реку и направился в горе Галаад. На третий день сказали Лавану арамеянину, что Яков ушел. Тогда он взял с собой сынов и родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану арамеянину ночью во сне и сказал ему: берегись, не говори Якову ни доброго, ни худого. И догнал Лаван Якова. Яков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Якову: что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, и с тимпаном, и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: не говори Якову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? И Яков отвечал Лавану и сказал: я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего. И сказал Яков: у кого найдешь богов твоих? При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе. Но он ничего у него не узнал. Яков не знал, что Рахиль, жена его, украла их. И ходил Лаван в шатер Якова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь. И обыскивал, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, пошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. Я обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: да не прогневается господин мой. Что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенное женское. И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идола. И Яков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Яков говорить и сказал Лавану: какая вина моя, каков грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи в доме моем. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и пред родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои, козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток,
ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало? Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы были 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и рук моих, и вступился за меня вчера. И отвечал Лаван и сказал Якову: дочери, мои дочери, дети, мои дети, скот, мой скот. И все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельство между мною и тобою. При сём Яков сказал ему: вот с нами нет никого, смотри, Бог свидетель между мною и тобою. И взял Яков камень и поставил его памятником, и сказал Яков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни и сделали холм, и ели и пили там на холме. И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою. И назвал его Лаван Егар Сагадуфа, и Яков назвал его Галаадом. И сказал Лаван Якову: сегодня этот холм и памятник, который я поставил, между мною и тобою свидетель. Посему и наречено ему имя Галаад, также Мицпа, от того, что Лаван сказал: да надзирает Господь надо мной и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, и если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, который бы видел, но смотри, Бог свидетель между мной и между тобой. И сказал Лаван Якову: вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Это холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе на этот холм, ни ты не перейдешь ко мне на этот холм. И за этот памятник для зла Бог Аврамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их. Яков поклялся страхом отца своего Исаака и заколол Яков жертву на горе.
позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб, и пили, и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих, и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился Лаван в свое...